Старшая по подъезду Людмила Георгиевна Высокого – человек неравнодушный, хорошо знает обитателей дома и все его проблемы. У нас очень большая проблема с отмосткой. В 95-м году у нас дом сдался, с тех пор у нас не было ремонта. Ни отмостки, ничего. Был только текущий ремонт в 2010 году. Обещали отремонтировать, так ее не отремонтировали. Отмостка и правда требует реконструкции. После обильных дождей из-за образовавшихся щелей вода попадает в подвал. Мы спустились туда, сухо и чисто. В полу специально проделанные дыры для стока воды. То, что проблема существует, представители УК, которые приехали по нашей просьбе, не отрицают. Но утверждают, работы в этом доме уже в плане. Сейчас будет проводиться текущий ремонт данного дома, и отмостка будет включена в план этих работ. Кроме того, в сентябре проведут и ремонт подъездов, которые включены в губернаторскую программу. По словам Людмилы Георгиевны, в крайних подъездах стены покрыты грибком. Но специалисты заявляют твердо, это не грибок, а старая краска. После ремонта от нее не останется и следа. Будет производиться текущий ремонт по 30 сентября 2017 года. И как раз дефекты, которые указал старший по дому, будут устранены. То есть будут окраска, штукатурка стен. В ходе импровизированного собрания жильцов была затронута тема уборки и освещения в подъездах. По их словам, то лампочки не горят, то бытовой химии нет для мытья. Поэтому активные жители склоняются к тому, чтобы создать товарищество собственников жилья и самим решать свои хозяйственные вопросы. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.